Всем привет! Привет-привет! Мы с Кирюшкой сейчас собираемся идти в кинотеатр. Как вы знаете, она хотела идти в кинотеатр с классом, но после того, как преподаватель дал политику партии о том, как нужно приходить, что нужно делать и как себя вести, то Кира сказала: мам, я в кинотеатр с классом не хочу идти. Я серьезно говорю. Это было со слов ребенка, типа, вы идете не на дискотеку, одеваться, пожалуйста, прилично, мы же приличное общество. Какое приличное общество? Дети идут в кинотеатр, мы же не коровы же. Отдыхают в свой выходной день. Мы не покупаем никаких водичек, ни попкорна, ничего, потому что в кинотеатр ходят люди только, которые едят, это жуйные коровы. В общем, ну, типа, знаете, вот поэтому мы с Кирюшкой сегодня идем в кино, будем жевательными коровами, будем неприличное общество, которое одевается так, как оно хочет, и идем смотреть прикольное кино «Дамбо». И наслаждаться своим выходным так, как нам этого хочется, а не так, как заставляют. А все остальные пусть идут в кинотеатр по требованию своими заморочками и со своими прихотями. А мы будем отдыхать. Да, котик? Да. О, Кирюшка, смотрите, тоже решила сегодня вести свой влог. Я теперь даже не знаю, как мы с ним будем разбираться. Мои влоги, Кирюшкины влоги. Но она, в общем, решила самостоятельно полностью провести свои влоги. Я молчу. И собираемся, идем на мультик. А еще после мультика нужно будет пойти проголосовать. Потому что сегодня второй тур наших президентских выборов. Пойдем проголосуем. Должна была ко мне мама приехать. Но я не знаю, приедет она, не приедет. Она вроде бы говорила, что да, Маш, я приеду, но я сегодня ей с утра позвонила. Говорю: мамуля, мы с утра идем в кинотеатр, приезжай ко второй половине дня. Будет она, не будет, пока я еще не знаю. Я ей попозже позвоню и скажу, потому что она говорит: я не знаю, может быть. Я говорю: мама, приезжай, нужно проголосовать. Что значит «может быть»? Но она такая какая-то вяленькая сегодня. В общем, ладно, то все не важно. Вот, что еще? Компьютер у меня так и не работает. Печально, печально. Но я сегодня пойду схожу к подруге и постараюсь у нее выставить влог, чтобы вы смогли увидеть за вчера. И еще что? А, еще дозвонилась наконец-то я мужу. Да, дозвонилась. После 40 звонков и много-много смс-ок он все-таки меня набрал и спросил, как дела. Я говорю: все плохо и все ужасно. Солнце такое сегодня. Говорит: такая сегодня погода прекрасная. Говорю: компьютер сломался, мне очень нехорошо и вообще я в депрессии. Он говорит: не переживай, Маша, я приеду и в понедельник поедем покупать мне компьютер. Ребята, мне очень нужен компьютер. Но я сейчас выбираю между макбуком или между обычным Windows. Муж говорит, нужно все-таки брать лучше MacBook. Но я не привыкла к нему. Хотя, знаете, как это называется? Учение, учение и учение. Ко всему можно привыкнуть. Когда у меня появился телефон после... У меня, по-моему, Мейза был. Да, по-моему, у меня Мейза был. И, значит, он был на Андроиде. И после Мейзовского телефона, после Андроида, я очень долго не могла привыкнуть к айфону. Он у меня был какой-то дикий, непонятный. Для меня это был ужасный. Я даже периодически плакала и расстраивалась, что зачем я себе захотела такой телефон, если я не могу им пользоваться, и мне неудобно. Сейчас я понимаю, насколько это для меня удобно. И когда я беру телефон мужа на Андроиде, у него их два, я вообще там ничего не понимаю. И если мне кто-то дает телефон, типа: Маш, помоги что-то сделать, я беру его, такая: что это? Как им пользоваться? Что это за вещь? В общем, человек привыкает ко всему, а еще самое главное, он привыкает к удобству. Поэтому я думаю, что я справлюсь. И, скорее всего, да, наверное, я буду покупать Mac. Во-первых, почему? Во-первых, у меня телефон, у меня часы. У меня у Киры телефон Apple, у мужа телефон Apple, у него Mac. То есть я думаю, что в принципе это будет правильное решение и правильное вложение денег. И мои влоги будут качаться намного быстрее. И монтаж у меня будет намного быстрее. Потому что сейчас у меня монтаж занимает 5, 8, 10 часов. Это нереально одного влога.
потому что он пока загрузится на компьютер, пока оптимизируется на компьютере, пока я его смонтирую, пока он выгрузится, пока он загрузится на YouTube, проходит миллион времени. С Маком будет быстрее, потому что на Родика компьютере я пару раз монтировала, это все так, фух, секунда времени и готово. Все, ребят, ладно, мы с Кирюшкой собираемся и идем в кино, в кино, в кино, в кино. Все, я молчу, потому что она там тоже что-то снимает. Мы уже готовы на выход. Все, Кирочка, давай. На, держи. Кошечка моя, держи свою курточку. Да, Кирюшка сегодня в таких ушечках идет прикольных. И в кофточке тоже с котиком. И в кофточке тоже с котиком. Она сегодня девочка-котик. Кстати, здесь девочка-котик. Вообще здесь девочка, а глава котик. Да, кстати, девчонка и котик. И вот Кирюшка сейчас тоже такая же. И мы с ней вдвоем, конечно же. И вот такие. Выходим. Вышли мы с Кирюшкой, идем. Посмотрите, какие мы две странные. Два странных человека. Один с камерой. И второй с камерой. И теперь идем вот это вдвоем снимаем. Надо нам с ней как-то распределить бюджет съемок, время съемок, чтобы у нас влоги с тобой, Дотя, не повторялись. Сейчас интересный посмотрим мультик, поплачем с Кирой чуть-чуть. Хорошо, что у меня ресницы нарощены и туши нету. Плакать можно сколько хочешь. И мне тоже, и не крашу. Она не красится, ей тоже можно плакать сколько хочешь. Потому что в этом мультике по-любому плакать будем. А потом будем радоваться. Потому что я даже на трейлере, когда смотрю, я плачу. Мне так грустно. Ну а после кинотеатра, конечно же, пойдем поставим галочку за нашего президента и домой. А кто-то гулять на площадку. Да. Так что неизвестно, с кем я сегодня буду гулять. Ну, как всегда, с Верой. Ой, вчера такая неприятная ситуация у нее получилась с одной из подружек. Но об этом я говорить не буду. Если Кирюшка захочет, она расскажет сама, да? Да нет. Не хочет, все. Идем кино смотреть. Попкорн, пепси-кола, Кирюша с камерой. Теперь с Кирой будем драться. Кто будет первый снимать? Интересно, это, наверное, круто будет смотреться. Ты меня, а я тебя. Ага. Лайкусик. Кто хочет поплакать, сходите на фильм «Дамба». Фильм очень классный, очень прикольный. Мы плакали от начала до конца. Но я скажу так, сюжет фильма – это не ходите в цирк с животными. Мы, кстати, с Кирюшей тоже в цирк обычный вообще не ходим. Там, где есть животные, все, мы в цирк не ходим. Для нас это табу. Мы не поддерживаем издевательства над животными. Да, Дотя? Вот, поэтому, но второй раз я бы этот фильм уже не посмотрела. Ты второй раз пошла бы на фильм? Нет, я уже не могу. Мне уже сейчас вообще ничего не хочется. Мам, как ты меня снимаешь? Как? Мне вот такую четвертинку. Ну, не страшно. Так, а сейчас мы идем куда? Кира даже не знает, куда мы сейчас идем. Да, мы сейчас идем, проголосуем. Мам, а бабушка? А бабушка не приедет, она не захотела сегодня приезжать. Она сказала, что она не хочет, потому что она не может. А мы с Кирюшкой идем, поставим галочку. Кира, кстати, еще пока не голосует, поэтому ей вообще все равно. А мне очень-очень интересно, чем закончится сегодняшний этап выборов. Это вся страна, наверное, да весь мир, наверное, следит за нынешними президентскими выборами в Украине. Я уверена, все в ожидании какого-то чуда. Та-дам! Вырешальный выбор. Так. Я не могу, сегодня у нас с Кирой просто какая-то борьба за влог. В общем, проголосовали, идем сейчас с Кирюшкой снимать начало видео обзора на аквагелевые шарики. Почему начало? Потому что там целые сутки надо, чтобы этот раствор для изготовления аквафигурок приготовился. Поэтому мы сейчас распакуем, все посмотрим и завтра уже будем снимать сам обзор и делать эти прикольные 3D-фигурки. В общем, посмотрите, что у нас сегодня творится. Я просто в шоке. Ребята, будет ли вам интересно смотреть вот такие вот двойные влоги?
Поставьте лайкусик, если да. Ну, а мы идем. Вернее, я пошла. Она там дальше снимает, 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 снимает. Открыли мы набор вот этот вот. Очень прикольный. Здесь куча разных разностей есть. Но мы сейчас сделали сам гель, который должен 10 часов стоять и настаиваться. Поэтому гель у нас будет настаиваться, а надо занести стол на кухню. Ты мне поможешь, ребенок? Стол на кухню. Готово. Это в мусорку. Мой компьютер, никому не нужный, сюда. А вот сам гель. Смотрите, что с ним уже получается. Можно помешать? Да, помешай. Его, кстати, нужно мешать каждые 3-4 часа в течение 10 часов. Такие комочки? Угу, вот эти комочки все должны у нас растаять, и получиться должно что-то очень крутое. Смотрите, какой красивый рисунок нарисовала Кирюшка. Мама. Еще не до конца. А здесь, покажи еще один. Во, вот это мне нравится. Такая вот именно нимфа прикольная. Здесь вот так заколочки две. Типа закаленные. И суперсемейка такая есть с синими волосами. Она тоже так же делала заколочками. И тоже у нее один глаз был закрыт. Очень красиво, мне безумно нравится. Класс. Я, ребята, знаете, куда сейчас иду? Мегамаркет. Я решила пойти в мегамаркет и решила заказать суши. Очень почему-то сильно решила суши. Очень сильно решила суши. Что я милю? Очень сильно суши захотела. Да вот это думаю. Или Кирюшку отправить, чтобы она пошла купила, или сама пойти купить. Что скажешь, Кира? Я иду за суши. Кира не захотела, иду я. А еще иду за чехлом для наушников для папиного телефона. А Кира, чтобы вы понимали, это просто какая-то беда. Это уже все. Мания. Это называется настоящая мания. Она снова смотрит «Каролину в стране кошмаров». Тебе не надоело? Ладно. Все, тебе не звонили еще твои подружки? Нет? Ладно. Я пошла за суши. Сиди тут. Я ушла. А вот и суши я принесла домой. Кирюшку, правда... Встретила куча подружек ее детства, поэтому она осталась на улице гулять. Придется мне ее дождаться, пока она придет, и вместе с ней будем ужинать. Так, что-то... А, все есть. О, подождите, а где же... А, имбирь вот тут вот. Васаби здесь. Угу, два соевых соуса. Прекрасно. Только единственное, что мне не дали палочек. А я пока шла домой с суши, меня встретили все мои подружки молодости, можно так сказать. Когда у нас детки были маленькие, вот мы большой одной компанией гуляли. И как-то так получилось, что все вместе встретились в парке. Бывает. Вот, но я с ними постояла час, и я так сильно замерзла. Понимаете, в таком виде, а сейчас на улице уже вечер, холодно. Кира-то одела теплую куртку. А я стою, у меня уже просто пальцы синие, губы синие, наверное. Я очень сильно замерзла, говорю, все, девчонки. И иду я домой, я уже не могу, очень замерзла. Со всеми попрощалась, пришла, сейчас согреюсь, дождусь Кирюшку. И будем мы ужинать. Папы нашего так и нет до сих пор. Кто-то звонит. Да. Кирюшка пришла. Фух, наконец-то. Наверное, тоже уже замерзла. А я так предполагаю, что... Фу, я сказала, что она просто хочет уже кушать. Я думаю, я тоже хочу есть. Миша, Шанти, фу. Поэтому сейчас я найду палочку. Так, у меня есть две палочки. И еще нужно найти. А, что? Как это не пришла? Я уже говорила, что ты окончательно пришла. Нет. Нет еще? Нет. От чего ты пришла? Просто за карточкой. А с кем ты там гуляешь? А карточка тебе зачем? Какаочку купить. А, ну бери тогда карточку. Может, тебе наличку дать? Давай наличку. Инна, давай мне. Нет, держи вот это, принесешь мне сдачу, Дотси. Вдруг ты еще что-то захочешь. Кира, возьми всегда больше денег, чем так меньше. Мне этого хватит. Нет, этого не хватит. Бери вот это вот, все. Иди. И что, долго будете гулять, не знаешь? Да.
Ну, договорились тогда. Я просто Люду не видела. Хорошо. Дим. Давай. Недолго Кирюшка гуляла, уже идет домой. А я тут пишу одному блогеру по поводу комментариев. Она тут очень сильно жалуется, что у нее комментарии отключили, и что YouTube никак не может на это отреагировать, и что во всем виновата партнерка. Так вот, я ей пишу, что не виновата партнерка, не виноват никто, просто робот отключил эти комментарии, и их никак не включить. То есть, вот, например, у меня у Кирюши на канале комментарии включены, хотя вроде как и детский канал, а у меня комментарии выключены, и я не могу ничего сделать. Я ставлю на одобренные комментарии, и все равно нет, я не могу их включить. Вы знаете, иногда закладывается мысль открыть второй канал. Кстати, у меня открыт канал, но я еще туда не загружала ни одно видео. Давайте, наверное, ребята, попробуем сделать так. Если на моем канале будет подписок достаточно много, то есть вы просто туда подпишетесь, а я потом туда буду загружать видео. Я сейчас вам покажу, какой это у меня канал и как он называется. И вы на него подпишетесь, и я тогда буду просто-напросто не на Маричка Лайв загружать влоги, а на канал. Вот, смотрите, мама КР Влог. Это мама Кира Влог. Так что подписывайтесь на этот канал, он уже у меня есть. Но видите, здесь пока еще вообще ничего нету. Есть единственное видео «Мама говорит да», но оно тоже не открыто. Поэтому, ребята, подписывайтесь, на нем комментарии открыты. И если вы все туда подпишетесь, и у меня будет, я буду видеть, что вы хотите видеть влоги с открытыми комментариями, то я тогда буду загружать влоги на этот канал. Ну что, тогда будем кушать? Да. Палочек учебных у меня нету. Будем, Дотя, учиться кушать суши не учебными палочками. Да. Ну вот, берешь двумя пальчиками. Тым-тым, тым-тым. Так, идем за телефоном. Нам нужно приветы попередавать. Пошли. Идем, идем, идем. Телефончик у меня здесь стоит на зарядке, ребята. Так, передаем приветики. Заходим на Кирюшкин канал. Кира там что-то делает непонятное. Так. Посмотрите на мои ноги, они просто синие. Синие, потому что они замерзшие. Нет, мам, смотри, синяк, 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 синяк. Кира, начинаем. Синяк. Мария Зюмкина. Привет, привет. Ислам Дзухакуев. Привет, привет. Ксения Кононова. Привет, привет. Катена Ахременко. Привет. И последний, Настя Аня. Дубль пятый, привет. И Инстаграм. Заходим в Инстаграм. Под последним Кириным постом. И передаю приветики под последним постом. Значит, Алина 11.06.2006. Привет. Кира где-то теряется, не буду камеры. Смолина с 09. Дубль 7, привет. Эвелина 48. Дубль 8, привет. Еще один. Два приветика. Корсакова Ксюша. Привет. И Эмилина Чук. Дубль 11, привет! Всем, ребятушки, привет вам, привет! Ну, у нас пока получается только так с вами общаться, но это тоже очень приятно, я же говорю, сейчас очень многие ругаются, злятся из-за того, что у них отключили комментарии. Ну, факт остается фактом, я же говорю, можно попробовать переключиться на другой канал, и, возможно, у нас что-то получится. Так что, ребят, заходите на другой канал «Мама Кэрвелл». Мама Кэр Влог, по-моему, так я его назвала, да? Угу. Мама Кэр Влог. Ссылка будет в описании. Ссылочка будет в описании, а также вы можете в видео увидеть точно, как оно все пишется. Заходите, подписывайтесь, я тогда туда буду перебрасывать все влоги. И мы с вами сможем общаться. Общаться, окей? Все, всем на сегодня. Пока-пока. Мы пошли кушать суши. И ждать нашего папу, если он сегодня придет. Но мы этого не знаем, правда? Угу. Мам, да. Хоть мне очко не бить. Ой, ты моя, боже мой, принцесса на горошине.
Пока.